Молодчина. Новый сезон начинает не с нуля, а с той точки, где закончил. Кристофер Мейби. Номер два в канадском фигурном катании. Thank you.
Кристофер Мэйби. Вдоволь наигралась, конечно, шагами и узором программы. Здесь Лори Никол, его хореограф, и два известнейших тренера канадских, Ли Бартел и Дуг Лей. Особенно вот эта смена направления запомнилась, когда он прыгнул аксель, а потом сразу же поменял направление движения. Но это не здесь, естественно, а в следующем прыжке, ближе к завершению программы. И дорожка такая вся витиеватая, и направление меняет. Очень интересная программа, классная. Не знаю. Все равно, несмотря на такой яркий прокат, весьма вероятно, что придется уступить место Кевину Вандерперену, потому что тот и четверной прыгнул, и с компонентами у него дело получше обстоит, судя по оценкам с других программ. Но своим катанием Кристофер, безусловно, запомнится, и какие бы оценки сейчас ни поставили, чувствую, что публика будет визжать и возмущаться. Я имею в виду, конечно, тех, кто находится на стадионе, не вас. Всем нужно успеть передать привет, потому что потом уже будет не до этого. Что происходит с болельщицами, а? Каково это, сводить их с ума? Понравилось ему тоже, как он катался. Но все дело здесь, конечно же, тоже будет в прыжках, потому что Кевин напрыгал, ух, напрыгал. Так, 60 баллов, да, на 14 баллов меньше, чем у Кевина. Звук сейчас с ума сойдет. 64 балла, смотрите, а по компонентам-то, ну, он его здесь обогнал. И это, я считаю, тоже абсолютно справедливо, потому что то, как Кристофер катал свою произвольную программу, ни в какое сравнение не идет с тем, как катался в произвольной программе Кевин в плане образа. И я говорил об этом на катании Кевина. То, что образ Лоренса Аравийского